Сотрудниками правоохранительных органов пресечена деятельность мини-завода по производству немаркированной алкогольной продукции, оснащенного автоматизированной производственной линией. Спецоперацию по ликвидации нелегального предприятия провели оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Саратовской области, отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Межмуниципального управления МВД России Балаковской Саратовской области и сотрудники Управления Федеральной службы безопасности России по Самарской области. Незаконная деятельность осуществлялась в складском помещении на территории бывшего завода по производству низковольтной электроаппаратуры в селе Возрождение Хвалынского района Саратовской области. В ходе спецоперации были задержаны 6 граждан, трое из которых самарцы и трое жители ближнего зарубежья. С места происшествия изъято оборудование для розлива спиртосодержащей жидкости, более 11 тысяч литров готовой алкогольной продукции различных наименований, около 62 тысяч пустых бутылок, приготовленных для розлива, рулон акцизных марок общим количеством 500 тысяч штук, 136 рулонов этикеток и контрэтикеток различного наименования алкогольной продукции и 7,5 тысяч литров спиртосодержащей жидкости. Кроме того, установлена возможная причастность к производству немаркированной алкогольной продукции еще троих жителей Самарской области. Все они задержаны. Следственным подразделением отдела полиции номер 3 в составе Межмуниципального управления МВД России Балаковской Саратовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом Б, части 6 статьи 327 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Юлия Ермакова, Андрей Багаев, Вести, дежурная часть, Саратов.